Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео я должен был вам рассказывать, как играть на победу, поскольку бой очень показательный, в котором я реально сыграл на победу. Да, в принципе, я всегда стараюсь играть на победу. Но здесь прям видно четко, что я на таком экстравагантном танке поехал туда, куда большинство бы, скорее всего, не поехало, и тупо наказал всех врагов, используя свои плюсы. Тупо, короче, поехал на основной фланг, сломал всем лицо и так принес победу своей команде. В принципе, так и надо действовать всегда на любых танках. Едешь на основной фланг, всех победил, вот твоя победа. Если твой танк не способен ехать на основной фланг, в таком случае приходится приносить пользу на остальных направлениях карты и ни в коем случае не сливаться, поскольку это сделает только хуже. Вот, в принципе, и все. В этом видео хочу поговорить о том, что, видите ли, один из крупных вододелов картошечки начал переживать, что мы перестали беспокоиться про картошечку. То есть лето, жара, особенно за компуктером сидеть неохота, а если и охота, то недолго. И тут картошка запустила тест на песочнице. Да не простой тест на песочнице, а глобальную переделку снарядов, очков прочности у танков, так сказать, глобальный ребаланс. Но еще и не просто запустила глобальный ребаланс на песочнице, так еще и танки там нужно в ветках прокачивать самому. Да, количество опыта, за которое нужно изучить танк, они очень сильно уменьшили, но у меня примерно уходит на прокачку ветки на песочнице около 3-4 часов. Итак, внимание, чтобы протестировать одну десятку, нужно убить 3-4 часа, хорошо играя. Добавим сюда еще, если вы плохо играя, можно еще попрокачивать ветки намного дольше. Итак, представляем, мы в жару сидим, тестируем картошку. Для того, чтобы протестировать один танк в картошке, надо прокачать его за 4 часа. После того, как мы его прокачали, надо еще на нем поиграть. А потом нашими закипевшими мозгами мы должны определить, что мы натестировали, и дать отзыв картошке. И здесь самая глубокая ошибка. Дать отзывы картошке. Вы сами вдумайтесь, дать отзыв картошке о том, что вы натестировали. В куда ей дать отзывы? Зачем мне летом тестировать на песочнице прокачиваемые танки на тесте? Нахера мне их вообще качать? Зачем мне этот тест? Во-первых, можно посмотреть стримлера, который летом мне за меня все прокачает, все протестирует, сформирует сам мнение мне, и мне не надо будет сидеть сколько-то там часов качать эту помойку тупорылую, которую придумали не совсем адекватные люди в плане баланса. То есть готовое сформированное мнение про тест песочницы можно получить, не потратив на него времени, не качая его, не устанавливая, и тем более не потея в прокачке этих дебильных веток. Стримлер сам все за меня сделает. Да и зачем мне все это делать, если я обычный игрок, если картошка не будет вообще меня слушать? Что ты такое говоришь, как эта картошечка не будет тебя слушать? После патча 9.18, сколько раз разработчики действительно слышали игроков? Нам не нравится патч 9.18, он в релизе. Нам не нравится оглушение, в релизе. Нам не нравится балансировщик, в релизе. Нам не нравится ЛТ, растянутый до 10 уровня, в релизе. Нам не нравятся колесники, в релизе. И на последних ответах разработчиков что мы слышим? Будет ли какая-то переделка арты? Всем нравится текущее оглушение, альта показывает себя холясьва. И вот ты такой потратил кучу времени, качал какую-то хрень на каком-то тестовом сервере для того, чтобы сказать, что картошка, слы, мне не нравится, в релиз. Оказывается, Юша говорит, что мы забили на игру. На песочнице очень важные изменения готовятся, которые убьют игру, и мы должны это все протестировать для того, чтобы дать отзывы картошке, чтобы она что-то с этим сделала. Но мы не пошли тестировать, поэтому мы забили на игру. Мне кажется, у Юши какая-то логика не с той стороны.
Два года назад люди говорили: нам не нравится патч 9.18, он самый конченый и плохой, и после него игра покатилась в тартарары. И все это время, сколько игра существует после патча 9.18, все катится еще дальше и глубже. Но при этом мы, игроки, оказывается, забили на игру. Это мы во всем виноваты. Мы не тестируем и не даем отзывы, оказывается. Да это надо быть слепым, безглазым и просто без ушей, там, я не знаю, в принципе, выше шеи ничего нет. Чтобы не увидеть эти отзывы. Они повсюду. Надо только свои вот эти вот бенечки, глазеночки свои раскрыть и увидеть, что оказывается все заполнено этими отзывами. Утубики, чатики, форумы. Все засрано этими отзывами. Просто свои вот эти вот глазеночки открываешь пошире и видишь, что все заполнено тем, что людям не нравится, куда катится игра. Но оказывается, что сейчас мы что-то подзабили посреди лета на картошкины прокачивания в песочнице ради ничего. У них там оказывается все хорошо с артой. И колесники себя тоже там нормально показывают. И все остальное у них тоже хорошо. Так а почему будет плохо у них с переработкой ХП и снарядов на песочнице? Посмотрите последние ответы разработчиков. Мы очень надеемся, что эти переработки на песочнице исправят все балансные плявки по всем танцикам, а за один раз. За один раз мы все исправим. Мы очень большие надежды на это возлагаем. Вы просто послушайте, люди просто хотят танкам добавить ХП и альфу ББшки и фугасам. И этим перекрыть все балансные кривости всех танков. Да они просто конченые. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.